известно, Центр административных услуг недавно обратился в полицию и в Службу безопасности Украины по факту того, что талоны продают через OLX онлайн. Уже известно как-то о ходе расследования или есть какая-то информация, кто к этому причастен? Смотрите, ну давайте обратимся немножко в историю, с чего это все начиналось. Да? То есть, когда мы выявили факт размещения таких объявлений в интернете, мы провели служебное расследование совместно с департаментом борьбы с коррупцией и выявили среди бывших уже сотрудников тех лиц, которые были причастны к этому всему процессу. Впоследствии два человека было уволено. После этого там, ну, на протяжении там, двух недель было затишье, потом ребята активизировались, они или они, вступившие там, с кем-то другим, какой-то сговор предварительный. После этого нами было принято, естественно, обратиться в органы внутренних дел правоохранительные, на что спустя вот какое-то там непродолжительное время, совершенно недавно мы получили официальный ответ, вы можете увидеть его на странице Facebook, мы его опубликовали, о том, что якобы это не является фактом коррупции и о том, что нет состава преступления, в связи с этим уголовное дело закрыто. Вот. После этого сейчас мы обратились уже в Службу безопасности Украины, там есть такое подразделение, которое занимается кибербезопасностью и может видеть все, что имеет доступ ко всему электронному, ко всем базам данных, в том числе к электронной очереди. Для того, чтобы мошенники не имели спроса на данные талоны, мы ходатайствовали на комиссию по чрезвычайной ситуации для того, чтобы ослабить карантин для департамента и дать возможность вернуть к нам нашу текущую очередь и вернуть бумажные талоны. То есть разделить логику на три части. Электронная запись, предзапись по талонам и живая очередь. Для того, чтобы увеличить проходную способность, и количество, увеличить количество людей, которые одновременно могут находиться в холле. Комиссия нас поддержала, с понедельника этот процесс мы уже начали, сейчас видим утром очереди, это те люди, которые приходят за этими талонами и расходятся как бы, по своим рабочим и домашним вопросам, приходят на какую-то конкретную дату. Надеюсь, где-то через неделю мы увидим уже результат, и пользуясь тем, что у вас очень большая аудитория, я хотел бы с вашей помощью обратиться к николаевцам, чтобы они ни в коем случае не обращались к преступникам, потому что мы уже разработали такую систему, которая не позволит данным лицам получить эту административную услугу. То есть не надо быть обманутыми, надо действовать согласно действующее законодательство согласно тем инструкциям, которые регламентируются у нас в департаменте.